Кадыров мечтает оставить пост главы Чечни. Лидер республики считает, что пришло время для другого типа руководителя. Рамзан Кадыров заявил в эфире телеканала «Россия-1», что хотел бы оставить пост главы Чечни, так как для этого пришло время. По его словам, уход в отставку – это его мечта, потому что управлять регионом и нести ответственность за народ и республику перед руководством государства очень сложно. Кадыров подчеркнул, что не устал и готов продолжать служить России, однако сейчас республике нужен другой тип руководителя. Я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России, в первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике, отметил он. Говоря о возможном преемнике, чеченский лидер заявил, что решение по этому вопросу прерогатива руководства государства и народа. Кадыров назвал США главным злом в мире. Напомним, ранее Кадыров предложил передать останки Иосифа Сталина Грузии. По материалам сайта news.com.